Здравствуйте. Ну, в саду наступила пора цветения лилий. Хочу подойти, показать вам, какие они у меня. Красавцы. Красотки лилии. Ну, за прошлые выходные уже, видите, стали организовывать более красиво сад. Вот это купленная размолотая древесина красного цвета. Везде просыпали. Сейчас прибило ее дождем. Два дня были дожди. Никуда ничего не ушло. Конечно, красивее будет еще обрамление пустить камнями под эти белые наши все, видите, проходы. Но сейчас уже не ошибешься, ничего не скосишь, когда идет покос травы. И все очень хорошо видно. Начали в саду распускаться вот такие очень симпатичные, мне они нравятся. И вот здесь группа была высажена вот таких очень нежных колокольчиков на тонких ножках. Очень нежные, красивые цветочки. Ну ладно, двигаемся к лилиям. Сейчас мы посмотрим, что тут идет такое буйное цветение. Эти я покупала. Это магазинные. Они у меня уже не первый год здесь. Один цветочек распускается, другой уходит. И очень длительный период они цветут, в общем-то, целое лето. Эти цветы очень популярны в городе, на больших площадях, перед магазинами, кафе, ресторанами. У меня в нескольких местах высажены они. Красивый, чистый, желтый цвет. Очень яркие солнышки. Очень ярким пятном привлекают внимание в саду. Просто красотища. Сейчас подойдем к группе лилий, которые я высадила у меня на территории с дороги. Эти лилии у нас растут в Теннесси везде. Посмотрите, какая пышная зелень внизу. И очень длинные стебельки, на котором появляются цветы. Цветы очень сочного, видите, такого оранжевого цвета. Просто потрясающие. У меня большая полянка находится там, при въезде на нашей территории, буквально чуть ли не посередине этой поляны. Больше там не косим. Оттуда я беру и частями переношу в сад. Они здесь разрастаются. Площадь у нас позволяет, и мне очень нравится их вид. Тоже смотрится потрясающе ярко. И посмотрите, какой великолепные букеты и где высажены стоят. Очень высокая тонкая ножка. Сам цветок очень красивый. Тут уже начинают отцветать, видите, какого цвета, очень яркого. Другие лилии. Сейчас подойдем еще. Вот еще группа целая. У нас ветрено немножко. Гляньте, какая красота. Здесь я в прошлом году высадила рядочек буквально перед самой осенью. И вот сейчас пришло время цветения. Очень красиво украсила эту клумбочку. С другой стороны у меня, видите, сзади королевские лилии. Я их так называю. Сорт вот там у меня дальше. Я сейчас подойду, Касабланка, Белый дом. А вот здесь оранжевые лилии, которые я выкопала. Они у меня стояли спрятанными там, за баней. Там большой куст баттерфляй. И уже 2 года у меня эти лилии там постоянно распускались. Набрали силу. Очень мощный толстый ствол. Очень высокая ножка. Смотрится просто потрясающе. Великолепно. Точно такие же у меня есть белые. Пересадку перенесли они очень хорошо. Даже вот видите, они стали распускаться. Здесь распустились, здесь еще много бутонов. Очень люблю лилии. Какое-то отношение к ним, не знаю, мистическое. Даже стихи у меня я зачитывала про белые лилии. Здесь еще видите, сколько будет распускаться. Они уже стоят хорошее время. Внизу у меня в этом весной высажены еще лилии другие. Но они не прорезались.
пока луковички находятся в земле. Но лилии, конечно, великолепно украшают участок, здесь спору нет. Отцвели ирисы. Обожаю все цветы, и предпочтение кому-то отдать очень сложно, поскольку все хороши. Посмотрите, какой громадный становится куст хибискуса. Здесь будут красные громадные цветы, красные, яркие, такие насыщенные, как тарелки, размер с тарелки. Придет время, я вам покажу. В саду появилась у меня еще одна красавица. Это желтая роза, вот, чисто желтого цвета для коллекции. Она здесь рядом встала с этой мраморной розочкой, которая на данный момент отцвела. Подойдем к одной группе, потрясающей группе, великолепной, безумно красивой. Вот это Касабланка, здесь белые лилии. И тут же у меня такого же громадного размера цветы. Посмотрите, какой потрясающий цвет. Красные, насыщенные красные. Целый ряд здесь был у меня высажен. Укрепился он великолепно за прошлый год. Рост тоже просто, посмотрите, внушительный. Мне чуть ли не до подбородка. При моем 1,60 м подходит. Представьте, какой это величины растения. Очень мощный, крепкий ствол. И вот моя ладошка, и посмотрите на эти цветы. Они реально громадные. Громадные, очень яркие. Очень красивые. Здесь рядом группа отцвела, ирисы синие были. И вот сейчас пришло время цветения лилий. Дивно красиво. Каждый раз, когда выхожу в сад, подхожу и любуюсь на них. У нас раннее утро. Петухи приветствуют начало дня. И, конечно, меня зовут к себе. Здесь вот посмотрите, еще какие цвета. Высажена была небольшая группа. Тут чисто белая красотка. Ярко-желтая. И опять же красная. Ну, подойдем еще к одной группе. Буду еще досаживать. Буду продолжать высаживать их, брать сюда, в центр сада, поскольку мне они реально очень-очень нравятся. Вот эти. Смотрите, на каких высоких ножках они. Как будто цветы, как бабочки, висят в воздухе. Они растут в Теннесси, в естественной природе, везде. В горах очень много, по дорогам. Их никто не высаживал. Это их естественное место проживания. Как азалии кругом. Вот эти уже покупные. Тоже у меня здесь уже больше 2 лет они. Здесь немножко разного цвета. Разновидностей их очень много. У нас их называют дейлилии, лилия дня. Цветок один цветет, потом уходит, но появляется сразу же другой, поскольку очень много бутонов. Здесь есть целая группа, которая еще не распустилась. От начала дороги буду забирать еще очень много и рассаживать в саду. Каллы появились белые. Здесь они небольшого роста. Манёхонькие. От наших дождей, посмотрите, стали на участке появляться грибы в одном другом месте. Тут у меня вообще такой круг был, как я называла, круг ведьмы. Мухоморы обычно начинали появляться. Вот еще одна группа высажена, молодая совсем. Подойдем сейчас к баттерфляй кустам.
У них потрясающий цвет, что мне очень нравится. Посмотрите на этот фиолетовый цвет. Он безумно яркий. Этот кустик дал большую поросль. Вот это все новые стебли, которые будут становиться более грубыми. Вот как здесь коричневыми. Он вообще очень деликатный. Он очень быстро ломается, этот цветочек, куст. Точно такого же цвета. Чуть-чуть, может быть, посветлее тона. У меня вот здесь начнет распускаться цветы. Потому что, видите, вот каждый стебелек, каждая веточка заканчивается цветком. Скоро здесь вспыхнет весь куст. А цвет, сами видите, какой. Очень яркий, очень красивый. Этот куст любят очень бабочки, поэтому его и называют баттерфляй. От бабочки. Вот отсюда я забрала свои лилии. Раньше они прятались за этим кустом. И пока не было бани, ходил по всем сторонам. Конечно, здесь тоже можно гулять. И с этой стороны, когда проходишь по этим тропинкам, ближе к соснам, тоже можно было видеть эти лилии. Но как-то они у меня получились более спрятанными, и мне захотелось перенести их в центр сада. Поэтому это все великолепие сейчас, как на ладошке. Его видно шикарно даже из окна. Наконец, вот азалии отцвели. Первый год у меня отцвели азалии, и причем увеличились в размерах, что очень радует. Здесь сами разлетелись семена Black Eye Susan, который мне очень нравится. Он очень декоративный. И это будут желтые ромашки с черной сердцевиной. Начинают здесь, видите, белые цветы появляться. Это многолетник. Рядом с этой красотой ярко-красный. И вот. Гляньте, какие нежные-нежные цветочки. Красивый сочный лист, широкая розетка. Ему тоже здесь уже, наверное, 2 с лишним года. Он великолепно укрепился и становится все больше и больше. Березка. Вот это речная березка. Вот она стала, какая красавица. Березка, которая находилась в начале нашей территории, я ее выкопала с внуком, и мы ее посадили вот там. Думаю, что там место будет ей лучше. Очень красивый куст, посмотрите. Здесь отцвела юка, опали уже цветы. А вот гляньте на этот куст. Шикарный куст. Он вымахал в росте и очень здорово расширился. Опять лилии, но здесь они чисто, чисто нежно-желтого, очень бледного тона. Очень декоративно смотрятся эти растения. Один куст, смотрите, сколько занимает места. Очень большое место, просто великолепно. Собаки бесятся под ногами, только бы не сбили. Тише, Арко! Постоянно папа с сыном играет. Вот гляньте, здесь какая красотища. Тоже в этом месте красная, очень насыщенно красного цвета. Рядом будет распускаться желтая лилия. Тут же были ирисы, они отцвели. И еще один вид здесь будет распускаться. И вот уже красный гладиолус хочет открыть свои бутоны. В этом месте высаживала для размножения потом Black Eye Susan. Были наброшены семена. Посмотрите, какая хорошая уже стала грядка. Они вот, некоторые цветочки появились и под этой черной индийской сиренью. Колоссально за это время, даже за вот весенний период, широким стал барбарис. Как-то 2 года он стоял такой на одном позиции, на одном месте как бы. А сейчас посмотрите, насколько шикарно богатый стал кустик. Он уже отцвел и начинают вот появляться маленькие ягодки. Я подошла специально еще к одному очень яркому баттерфляй-кусту, который смутил меня 2 года тем, что он стоял очень маленьких размеров. И я думала, что я купила карликовый сорт, который иногда высаживают на клумбах, ну, чтобы своей высотой не перекрывать какие-то растения. Но оказался он обычный, реальный, нормального размера и будет еще выше и шире. Шикарный баттерфляй-куст.
Его обожают бабочки, пчелы. Вон, гляньте, какая красотища. Здесь уже не темно-фиолетовый, а очень ярко-карминовый тон. Видите, здесь будут сплошные-сплошные цветы. Обязательно похожу, когда он весь вспыхнет. Очень красивый цвет. Это тюльпанное дерево. Гляньте, как оно разрослось. Какой большой, широкий у него лист. Тюльпанное дерево тоже родина Теннесси. Здесь, в Америке, это родина его. Когда появляются цветы, они тоже такого же нежного зеленого тона и пахнут свежими огурцами. Цветок большой-большой, больше моей ладони. Вот такая красотища. Сейчас у меня начинается, цветут лилии. У нас очень все пропитано великолепно дождями. Лес стоит очень бодренький, красивый. Все цветы, все полностью, не надо бегать, поливать. Конечно, это здорово экономит время. Будем дальше продолжать организовывать наши клумбочки. Сейчас все это выглядит очень, видите, уже аккуратненько. Будут также все клумбы засыпаны. И надеюсь, я все это обложу камнями. Камней у нас очень много в лесу. Ну, если может быть, вот готовятся здесь еще одни лилии распускаться. Может быть, если не будет куплена еще машина, надо будет вокруг дома кидать. Ну, посмотрим. У меня очень много в лесу камней. И сейчас, поскольку, когда муж подарил мне гольф-карт, то теперь уже можно накладывать сзади в туесок и привозить. Так что вот, время лилии, ребята. Очень красивое время. Довольно продолжительное оно будет. При входе, смотрю, распустилась моя роза. Гляньте, какого красивого нежного цвета она. Она здесь пойдет, поползет по арке. Эти розы здесь вьющиеся. Вот появилась новая, одна красная. Дают хорошо прирост, стебельки. Очень сочные, хотя и очень жарко. Но у нас много дождей. И за этот ночной период успевают немножко растения от пекла отдохнуть. Вот здесь у меня был высажен жасмин. Есть еще около другой арки Каролина жасмин. У него цветы желтые. Он чуть-чуть там вот только маленькую поросль дал. Но, слава богу, что я не скосила здесь и не почистила, когда тут начинали убирать сорняки и организовывать наши клумбочки. Вот это все, это и есть Каролина жасмин. Он пророс целым бунтом буквально рядом с корнем. Как интересно получилось. И в другом месте он у меня высажен. Лаванда продолжает цвести. Роза, конечно, отцвела. Вон, гляньте, лепестки все опали. Но опять начинают появляться новые бутоны. И чем эти розы хороши, что они беспрерывно цветут целое лето. Надеюсь, здесь скоро появятся красотки белые, громадные соцветия, которые великолепно просто украшают сад. Сейчас очень мощно разошлись эти кусты по ширине, по высоте. Ну вот, показала вам лилии. Какие лилии у меня цветут. Буду добавлять, конечно, обязательно. Как буду ходить в магазин, буду брать другие цвета, другие виды. На данный момент, конечно, тоже уже то, что имею, это разнообразие, очень радует. Время лилии. Какое красивое время. Прекрасное украшение для сада. Спасибо за просмотр. Скоро будут суббота-воскресенье, начиная с завтрашнего дня. У нас, как всегда, будет продолжение наших работ по саду, по строительству. Ну, а вам отличных выходных, хорошего настроения, всем крепкого здоровья, оптимизма, несмотря ни на что. С вами была ваша Сильвия. Пока-пока.